Ставки на GGBet лучшие кибердисциплины Пополняй популярными платежными методами, крутые мини-игры, круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet лучшие ставки на киберспорт. И еще раз здорово, дорогие друзья, любители красивого киберспорта. Мы продолжаем смотреть за матчем между Просто и Спраут. Это десайдер матч в групповой стадии европейских квалификаций к Star Series 6 шестой сезон. У микрофона Ягомер. Ну и вот-вот уже начнет с карты Инферно пик Спраут. И весьма-весьма напряженный она обещает быть. Пока что счет 1-0 в пользу Просто. Уже приятный сюрприз для фанатов украинского коллектива. Простошники смогли забрать свой мираж, но уже неоднократно говорил, скажу еще не раз, самое тяжелое испытание должно быть прямо здесь, на карте Инферно, где, собственно говоря, мы и увидим коллективы, наверное, во все оружие. В прошлый раз играли команды э, со счетом 16-3, если я ничего не путаю. А также в рамках этих квалификаций это был открывающий матч для них. Э, но тогда Спраут были порядком сильнее. Сейчас же уже просто показали, что это абсолютно другой коллектив, что у них другой настрой, и они готовы тащить до конца. Так ли это будет? Опять же, удастся ли тут 2-0 закрыть, или все-таки мы посмотрим третью карту, которая будет. А, нюк, напомню вам, мы поймем только уже после того, как увидим все, что здесь будет сыграно. Пока же уже вот-вот должна начинаться игра, там, по идее, ножи стартуют. Ну и потихонечку давайте переноситься туда, смотреть, что же там творится и в какой же форме, в конце концов, находятся команды. Пока не ясно. Опять же. Чего ждать от просто? В прошлый раз мы от них откровенно ничего только мы не увидели три раунда это ничего и сейчас команда должна показывать, что появилась вариативность в атаке, какая-то идея, возможно связанная защита, в общем все то, что необходимо нам с вами для того, чтобы реально поверить в возможность просто выиграть в этом матче пока. Только желать удачи остается коллективам. Вам же приятного просмотра. Пишите в чате, за кого вы топите, на кого, возможно, ставили свои кровные и в кого верите больше в этой встрече. По мнению букмекеров, сайт GGB, именно Sprout, является фаворитами. Изначально являлись, по крайней мере. Но после того, как просто уже отжали одну карту, возможно, мнение немного изменилось. Ну, увидим. Пока только одна карта, и опять же это все-таки э, был мираж простошный. Теперь же смотрим за инферно и надеемся на то, что э, 30,8% винрейт, который мы видели у просто, здесь сейчас станут немного поприятнее. в процентном соотношении, и винрейт хоть немного возрастет. Так, ну, третий, опять же, повторюсь, будет нюк, если нужно. Коэффициенты в лайве. Ну, кстати говоря, 1.82 на просто и 1,9 на спраут на сайте GGBet. Если говорить о тех коэффициентах, которые выставлены прямо сейчас, ну, до сих пор весьма весомая часть людей верит в то, что Спраут заберет следующие две карты. Так ли это будет? Давайте смотреть прямо сейчас на, на живом раунде, который здесь и разыгрывается. Ну что? Просто выигрывают сайтпик, будет выбирать сторону. С высокой долей вероятности пропишут что они все-таки стей и останутся играть за оборону. Не самое популярное решение, наверное, на Инферно стартовать за атаку. Хотя и такие коллективы находятся, конечно же. Но тут просто и в предыдущих матчах неоднократно брали дефенс, выигрывая ножи. И здесь также не собираются отказываться от своих привычек. Ну, даже не знаю. То есть вот здесь, наверное, обе стороны должны себя как-то показывать интересно со стороны просто. И там, и там они не смогли продемонстрировать КС высокого уровня против Спраут. Но тогда это была вторая карта, в которой уже до этого одну проиграли в Савату. Просто было меньше уверенности и больше уверенности было у самих Спраутов. Сейчас же это европейская соляночка. Ну, коллектив как бы на самом деле из двух наций только состоит. Так что не настолько это и солянка должен чувствовать себя чуть-чуть менее уверенно и комфортно, но по пистолетке и не скажешь. Напрыгнули на Ивана. Это, кстати говоря, был единственный парень на защите плента А. Так что уже как минимум тачдаун был оформлен. Ну, такая халявная бомба получилась буквально. Напрыгнув на одного Ивана, сразу с того минусанули. Но ставка просто была однозначно на Б. Вот здесь, конечно, не угадали абсолютно простошники. Понятное дело, что нужно как-то идти на ретейк, но как его здесь делать? У тебя пять соперников, их позиции только примерно известны за счет того, что их много. Они более-менее дефолтные должны быть, но этот шквальный огонь не прощает абсолютно ничего. Деф уходит сейвить киты и надеется на то, что они пригодятся ему и его тиммейтам уже в следующем раунде. Но ну, здесь Дефа могут и не отпустить. На самом деле уже напрыгивают и действительно минус на Дефа был оформлен. 1-0. Команда «Спраут» смогла совладать с оппонентом ну, и разыграла очень неплохую пистолетку. Конкретно в рамках реалий, наверное, того, что мы здесь видели. В рамках э, этой карты, в рамках идеи, которую придумали сами просто для себя. Идея оказалась неудачной. Но по идее «Спраут» под «Б» скорее всего их бы, конечно, ждал очень теплый прием. Беда в том, что этого не произошло. И в принципе не произойдет в рамках пистолетки уже. Так, теперь, ну, вот я хотел сказать, форс просто, но там даже арморов нет. Пистолеты и гранатки были докоплены. Ставка сделана именно на это свят. Просто беги и стреляем. Никого не видел, но флешки. Молотовы заставили немного попаниковать свято. Ох, интересный раунд. Экономика на дистанцию, по идее, выстраивается для простой. Они хотят более строго отыграть свой первый оружейный раунд. Так, ну что, ну тут Дело пахнет керосином. Хочется проаркадить немного, увидели дальнего. Можно заподозрить, что и за углом свят есть. Это, в принципе, весьма стандартная расстановка сил. Прокидывается уже Молотов свято. Заметили, задетектили и моментально убили. А вот про смещение Кендора могли до конца не понимать. Но Дэннис здесь демонстрирует серьезную внимательность, при том, что его тиммейты уже параллельным курсом постепенно смещаются по длину. Там находится, как минимум, сэкрон до недавнего времени. Он вот там еще и Перси был. По всем направлениям, на самом деле, здесь уже можно идти атаковать. Спраут играет очень дисциплинированно этот раунд. Чтоб не допустить, ну, ни малейшей какой-то заминки, ошибки. И не дать возможности оппоненту все-таки вцепиться в этот раунд своими стальными клещами. Фраг таки нашелся один. Деф пытается сделать и второй. Но на самом деле оказался он вторым минусом для Перси в этом раунде. Ну, остается Фларыч. Вопрос в том удастся ли у него побороться за минус. Вот и этот шанс. Действительно есть фраг. Ну, забирай калаш и беги. В таком случае хочется прокричать Фларычу. Вот только куда ему бежать с этим калашом? Если Спиди прекрасно понимает направление, куда смещается Фарыч, Ну, ушами провел. То есть а, до этого момента понимали, куда шел Фларыч. И теперь могут примерно предугадать его ротацию. Но только примерно. А времени не настолько много. Вот Фарыч пытается зажимать, но он, скорее всего, Спиди так близко к себе не ожидает, и именно Спиди станет ключевой проблемой, если успеет таковой быть. Да. Вот минус, собственно говоря, и подобранный калаш. Ценой, правда, жизнью Дениса все-таки еще поверх этого лишились одного игрока с юмпом на руках. 2-0! Ну и эко от просто денег, я уже говорил, но ну, достаточно много осталось еще в том раунде за счет того, что арморы не покупались. Простошники планируют действовать строго уже к следующему раунду, и там бай будет помощнее. Ну и даже Авик Вайвана должен, по идее, присутствовать. Так, в этом раунде тоже есть одна флешка победы, которая полетит прямо сейчас. На самом деле это просто кровавый урожай, который намечается для Сикрона. Ну и в паре с Перси на двоих они, по сути, весь раунд уже и отработали. 3-0. Ну, опять же, минус 3. Сузишки сейчас неплохо помогли с экрону подзаработать деньжат и все-таки поменять свой МАК-10 на калаш. Но впереди игра. Самая жесткая намечается против авика, против кольтов. Ну и неплохого количества гранат. Нельзя сказать, что идеально на фоне того, что мы видим у тех же Спраут. Но просто как минимум есть чем огрызаться. Это уже радует. Иногда в таких раундах первых девайсных в защите вовсе нечем ответить. Ну вот оно, отсутствие арморов и отдельные минусы, которые тоже делались этими игроками. Ну вот интересно посмотреть за задумкой Аспраут. Уже играли друг с другом команды, примерно понимают сильные и слабые стороны. Друг друга и по-любому пересматривали демку, чтобы пытаться понять, по крайней мере, происходящее в будущем на карте. Так что вот примерно стиль игры друг друга уже ясен. Я бы не сказал, что здесь должны быть какие-то, ну как мы это называем, притирочные раунды, когда команды прощупывают позиционку друг друга. А Все-таки, ну, буквально два дня назад играли друг с другом эту же карту. И тогда просто достаточно синяков получили, чтобы учиться на них. Теперь же увидим за ну возможную, по крайней мере, эволюцию их диффенса. Ну, тут сплита. Причем уже смыкается здесь этот выход. Двое в поинте, недопроверили Айвана. Айван просто выбежал через дым в библию, дал свои два фрага. Хочет и третьего забрать, дайте спиди Минусует и его Айван Спаситель. Ну, действительно, и на мираже хорошо смотрелся, и здесь уже фраг не один, а сразу три целых оформил для команды. Вот он Айван, которого приятно наблюдать, действительно, за его игрой. Вот такие вот врывы от этого господина. Ну, Айван хорош, однозначно. Вот так вот нападая. Опять же, это было рискованно, очень авантюрно. Просто попытаться прорваться через дым и дать свои минусы. Но ведь удалось. И Айван крайне редко промахивается, как мы уже с вами можем судить по итогу. Ну, одной полностью сыгранной карты и буквально вот этого раунда. Тактическая пауза от команды просто. Кстати, ну, <соценно> интересно, вот сходу решили провести тактику тайм-аут и обсудить, что будут делать дальше. Возможно, еще немного бухгалтерию подвести. Ну, не знаю. Ну, в целом, конечно, тоже. Знаете, раунд неоднозначный получился. То есть, если бы Айван так не сработал, если бы его а, законтролили в этой аркаде то вероятнее всего просто бы его проиграли. Я думаю, сами просто это тоже осознают, что опорников ну, зажали очень легко. Во многом из оппозиционки, которая была избрана, но двое в пункте не всегда хорошо работает. А вот Тайван работает как часы швейцарские. Просто четко в раунд хотя бы свой один минимум, минус он точно оформляет, а то и больше. Есть уже энтри. Сразу находится сэкрон. Ну вот деньги справа позволяли им, конечно, закупаться. И тут просто понимают это. Ну, вот так начинается фрага. Приятно. Здесь проход по главке. Уже шорт. Так-то практически заняли для себя игроки атаки. Ну, назвали. Заказали буквально гранат в ответ. Нато Сафикс очень хочет быть также полезным для своей команды. Как-то делал Айван, но пока не удается. О, -о, -о. они ведь прыгают все это время. Дев ждет возможности просто убить этого парня, по-моему. Замечал или нет? А, ну Фарыч заметил раньше, чем это сделал Дев. А Дев теперь не палец, тоже неплохо на самом деле. Он может стать сюрпризом абсолютно сильным для игроков, которые уже на длине. А длина так-то уже проходится очень активно. Свят пропускает вообще арку. Ну и все больше работы предстоит именно Фларычу. Дым так, чтобы Фарычу не очень комфортно было работать. И можно было пройти на точку. Ну вот и НАТО также попытка Призрачный ассасин выскакивающий через дым, сработать по такой схеме. Но работает Берсер командой, которым является Деннис. Но погодите, коронавт еще не закончен. Кензор вылетает через шорт и сходу хоронит всех оставшихся игроков атаки. Вот он, Кензор. Вот уже и его индивидуальное красивое исполнение. Ну как бы и все. Деньги для справок вот так и подошли к концу к превеликому сожалению этого коллектива, больше закупаться они пока что не смогут. А просто вот пользуются временем и возможностью немного пробустить себе финансы. Покупаем по 9 дефом, но еще и ко всему укрепляя свой раунд дополнительной снайперской винтовкой. Прокид двух хае уже много дамага нанес, но погодите. Кензору все еще грозит неприятность. Дым в него залетает, теперь все на плечах у Свята. Ну, не знаю. Нужна помощь тиммейтов. Вот, казалось бы, да, экономически, и что тут паниковать, там, только ли пистолет против вас. Ну, во-первых, потеря любого из девайсов это уже плохо. Во-вторых, э -э такие раунды часто заканчиваются успехом. Ох, я бы боялся, что Деф не найдет. Это Тавик, если честно, и не сможет как-то его принести потом тиммейту. Но он справился. Переживал за этот поиск очень сильно. По крайней мере, я, по-моему, Деф тоже немного бавик был незамечен. Ну, 3-3. И снова девайсы на руках у спраут-раунд за преимущество на карте, хоть и минимальное пока что, но с количеством денег у Спраут просто могут претендовать изначально уже на более серьезный показатель в виде хотя бы пяти. Но манера игры в 2 ВП это хорошо для Инферно однозначно, я думаю, вы спорить не станете, друзья. Если у вас два хороших снайпера здесь, ну, вот Айван уже успел показать, что он крутой снайпер неоднократно. Кензор, в принципе, универсал крутой, так что ну, тут главное определиться с позиционкой и с таймингами. Ну, а Спраут, в свою очередь, ну, посмотрите на их раскид. Четыре дыма, конечно, есть, но флешка мало, мало -то всего один. Придется снайпера проходить с таким относительно серьезным трудом. Тем временем нашелся первый минус. Перси внезапно на коврах, ближе уже к балкону, умудрился погибнуть. Ну и вот Спраут вот как бы потеряли одного, ничего сделать не успели. Остались буквально с парочкой гранат под этот выход. Ну и попытаются его как-то реализовать. Пока что запускают одного разведчика. Через все дымовые гранаты закинутые не видно. Был проход с икрона, не виден. Ну и пробежка до темки. Кензора идут убивать. Очень отчаянно. Кензор, какой промах! Ну вот здесь засадно, знаете. Айван, наверное, в таких ситуациях крайне редко промахивается. Вот Кензора не полетела. То ли эффект внезапности, то ли еще что. Но раунд так-то еще продолжается. 4 в 3. Еще дождаются тиммейтов. Позиция односторонняя под ретейк. Ну а там три парня, которые уже готовы принимать весь этот врыв на себя. Спиди ждет до сих пор банан. Банана не будет, летает дым на Спиди. Ну и очень медленно просто идут на этот ретейк. Пошла раскидка, волна первая. Сэкрона уже выкуривает очень сильно. Ну и, конечно, дэп находит первый минус. Второй также есть. Остается только Спиди, который... Ну, ну есть же инфа, где он находится, знаю уже прекрасно. Но успевает раздефьюзить. Хотя немного напугать еще все-таки успели. Ох, близко было. Но все же стараний спиди здесь никак не хватило. Много денег потеряли просто, но смогли выиграть раунд. Спраут. Вот я ждал решения с их стороны, но решили закупаться. Опять же, с малым количеством гранат. Ну, зато с девайсами. Опять же, вот поставили бомбу, я понимаю, здесь целиком полностью коллектив Спраут. И убили три девайса. Выбили одну из снайперских винтовок. Это уже очень здорово. Так что теперь справа попытаются разыграть еще один какой-нибудь интересный раунд. Так, четверо на втором центре. Не врыв ли через ковры это? Ну, похоже, что нет. Все же отказываются от этой идеи. Просто а вариантов у вас не очень много. Когда у вас дым, две флешки, какой-нибудь сильно подготовленный врыв вы не организуете. Ой, эти флешки, которые слепят абсолютно всех. Из своих и чужих, как говорится. Но нужно действовать на ноге. И, кстати, это сработает. Тут остался только один фарыч. Но это должно, по крайней мере, сработать. Фарыч пока не палец. Фарыч! Фарыч! Но он даже с экрона не добил. Ну, это вопросы чисто к концентрации и к определенной неуверенности у этого игрока. А там было трое на Б. Вот вам и раунд, казалось бы, да? когда мало гранат, ты в первую очередь ждешь какой-то аркады Б-плента, укрепляешь его втроем, а тебе просто прожимают главку. Причем как-то очень печально это удается сделать. Не отказывается. А -а -а. Теперь можно отказываться от идеи ретейка. После этого выпада уже однозначно. Еще Бавик забрать в идеале. Но там за ним уже выдвинулся Нат и говорит: дайте, 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 дайте. мне авик, мне авик». Нет, пока проходит мимо. В снайперской винтовки, опять же, побаиваясь возможность наличия еще кого-то из игроков защиты там. На снайперской винтовке Деннис находится, все нормально. Он в любом случае ее унесет. Еще и лишились Кинзора. Ну, такой раунд, конечно, получился. Вот смены там показалось просто должны были в первую очередь ожидать от спрауз здесь на более быстрый с такой экономикой, когда вроде бы и нужно делать бая, а вроде бы и нечем драться. Быстрые раунды — это весьма популярное решение. Ну и тебе просто нечем халдить. То есть ты не можешь играть там супер на карту Инферно. Ты банально один раз накинул флешку, дым и полетел уже до последнего. Так как, а что тебе остается делать? По сути-то и ничего. Но здесь просто сделали ставку на то, что это будет Б. А это была точка А. Так и отдали. Четвертый раунд в руки соперников. Все-таки пятерку обеспечить себе не смогли достаточно быстро. Ну, с другой стороны, всегда можно побороться за пятый раунд прямо сейчас. Начало уже боевое. Это уже не 16-3 как минимум из того, что мы видим на карте, и уже просто смотрится вроде бы посимпатичнее. Осталось. Ой, -ой, Ой, не умереть в затылок. Ну, в затылок уже, по-моему, умрет здесь. Вот опять, ну, снова быстрый раунд, и опорники в шоке. Они отдают честь от происходящего, а что творится. Почему нас так быстро убивают? От одной флешки рушится вся защита. Но такое не должно происходить однозначно. Плюс еще и просто снова прогадали с укреплением Бэплэнд втроем. Но в этот раз втроем там можно и сейвить, уже никуда не идти. Ну, как-то очень легко эта парочка сладкая рассыпается под э, точкой буквально вот флеш-молотов. Э, и можно уже спокойно идти до конца. Эх, ну ладно. Вот так как-то постепенно справа вперед и выходят. Плюс еще и, ну, не потеряют большого количества девайсов. Возможно, только выбьют. Там ну, свято намечается. Движуха. Свят. Ох, ну неплохо. Спиди и Сакрона удалось у него забрать. Оставшиеся тройки игроков Спраут, конечно же, оружие должна сохранять. Пятый для Спраут. Ну и так же, как и четвертый, собственно говоря, для этого коллектива. Он был взят просто более агрессивной игрой по дапнтам. В этот раз с большим акцентом на коврах, конечно. В отличие от а, раунда под номером 8, который они тоже выигрывали по до. Ну, вот сами посудите, конечно у просто с быстрыми таймингами пока как-то не лады. Так, а дропа не будет, судя по всему. Решили играть у трех девайсов, и в следующем раунде будет бай. Ну, не самое популярное решение, но с такими деньгами, когда у вас как раз-таки получается стопроцентный бай в следующем, почему бы и нет. Так, тем временем, ну, запустили нужного человека под аплент на раннем тайминге, чтобы он там навел шороху. Это Айван но проблемы начались тогда под Б. Теперь начал Б рассыпаться. По крайней мере, Кензор там уже погиб. Ну и из-за этого позиционка уже рассыпалась. А что там во втором центре происходит? Там номер 9 и 3 очень близко друг к другу находятся. Спиди и Фларич. Ну пропустил. Все-таки Фларич вообще за ковашом ходил. Но может после этого пытаться спину закрыть. Айван, срезал Спиди. Очень важный минус. Беда в том, что у игроков защиты, а, тех, которые не сейвы или даже арморов, нет. Из-за чего, ну, вот приемка на плечах Святаева, на разве что может состояться, у остальных все порядком сложнее будет. Но Свят играет с Б3. Дев, походу, вообще прятаться планирует. Свят меч с Айваном по минусу. Ну и вот, остается только Сикрон. Его, конечно же, также забирает Айван. Квадрокил. Вот он, мощный снайпер, и его цена, наличие. Насколько важно, действительно, что ваш авик так хорошо попадает. Кинзора пока на второй снайперской винтовке не получалось быть настолько полезным. Какая он здесь действительно раздает всем налево и направо лещей. 9-1-4. У него стата неплохо себя чувствует. Ну, а у Спраут, в свою очередь, заканчиваются деньги. Бай прямо сейчас. И, ох, какая же закупка. Два калаша, МАК-10, СЗ, 250 Неужели снова быстро побегут а? по По-моему, да. По-моему, это похожий раунд на восьмой по счету, который мы видели с вами. Ну, или с большим акцентом на ковры. Но план такой же. То есть, у нас там вот в этот раз даже гранат побольше. Накинули и побежали. Ну, пока и без накинули, пытаются сокращать дистанцию. Здесь спраут. Фарыч за углом. Ох, многое зависит от и Его два тиммейта будут открыты под ковры, если Фарыч не справится с приемкой. Уже пытается Айван менять свою позицию. Вот эту приемку и у него получается это сделать на какое-то время. Фларыч свои три кила все-таки дал. Спрыгивает вниз. Хаешка прокидывается в его направлении. Но Фларыч дает сам свой четвертый минус в этом раунде. Может еще и за эйсом пойти. Тем более, что НАТО сам движется в руки к Фларычу. Понимая, что тот бит, и его можно добивать. Но Фларыч префочит. Ну, слишком как-то он рано начал эти префайры выписывать. И понимает теперь НАТО примерно, где, скорее всего, находится Свят. Один на один выпад. И все-таки Свят контролит этот раунд для своей команды. Близко, на грани фола однозначно, но все же 6-5 и просто снова выходит вперед на карте Инферно. Очень тяжело идет игра. И для просто, и для спраут. Потеют коллективы, но пока простошники все-таки действуют первым номером. Очень приятно смотреть, что действительно коллектив набирает обороты. По ходу квалификации, если первый матч, который играли против спраут, проиграли в Салат по времени, наверное, он бы уже закончился два раза так как там это происходило. Здесь абсолютно другая игра. Здесь другой настрой и желание побеждать. Айван. Ну, это Айван. Он любит убивать всех. Причем вот в том матче, когда играли в прошлый раз, Айван был по итогу было 3, второй с конца по счету. Ниже него только Деф находился. То есть импакта мы видели крайне мало от Айвана, серьезно. Здесь же, ну и не побоюсь этого слова, главная звезда команды на уже второй карте к ряду. Очень часто именно он но, с другой стороны, и тиммейты не плошают. и очень много от них зависит. Очень важно, что и удается как-то разыграть отдельные ситуации. А напомню ведь, что вот я уже неоднократно обращался к счету 16-3 на прошлой карте Инферно, которые играли просто из Там как раз те самые три раунда, это была защита, это была первая половина, в которой просто вот на трех раундах и остановились. И больше ничего сделать не смогли здесь. Уже 7. Уже в шаге от того, чтобы выиграть половину в целом. И, ну, очень хочется это сделать просто. Понятное дело, что нужно брать максимум раундов и не отпускать ни малейшей возможности коллективу Спраут тут идти до конца. Они это и делают. Просто удушающий прием. Пытаются еще и проходить по молоту. А Он, скорее всего, заметили здесь Кензора. Он это сам понял прекрасно и пошел добивать. входа на дефа с разменом Кензор. Все так же четко оформляет свои фраги. А здесь уже бомба. А бомба, выпавшая на банане, но это уже трагедия. Это трагедия для атаки, которую непонятно, как преодолевать. И чем меньше вас, даже если соперников тоже мало, но ваше количество здесь играет первую роль. Всего два игрока. Гранат мало. Остается просто надеяться на какой-нибудь вот такой врыв. Через угол флешка ничего не видит абсолютно НАТО. Его, конечно моментально убивает Спиди. Очень оптимистично рассчитывает на то, что центр карты еще кто-то из игроков защиты поглядывает. Но все, конечно же, уже давно там. Восьмой для просто и половина все-таки выигрывается. Более того, у Спраут нет денег на бай в этом раунде. Вот это повороты просто решили творить историю на наших с вами глазах. Ну, абсолютно два разных коллектива. Прошло два дня, и это вообще разные команды. Просто тогда и просто сегодня. Очень круто смотрится. И пока защита не дает повода в себе усомниться. Так, спидит с Зевсом. Я начинаю переживать очень сильно. Когда берется Зевс в руки, то где-то должен прозвучать тот самый заветный звук. Звук победы, я бы его назвал буквально. Не скар, конечно, но тоже неплохо. Так, ну а тем временем Спраут уже вполне себе адекватный сплит-выход готовят. Спиди проходит. Опс, не удается Зевса похоронить Дефа. Ну и то ли промазал, то ли вообще не стрелял. Просто я вижу, что у Дефа не подобран Зевс, что странно немного. Но зато флешка очень классно залетела. Флешка судьбы, возможно, какая-то. Но Кензор куда более судьбоносным игроком оказался. Свои два фрага он успел оформить третьего. Дамажил настолько, что Дефу не создало какого-либо труда добить его. Ну, короче, все как бы. Для НАТО песенка, по идее, здесь уже должна быть спета. Так, слепили тиммейты, нормально. НАТО решил воспользоваться этой какой флешкой и добить. Неплохо. Так, НАТО Сафикс. В принципе, ЦЗШ то оружие грозное, вы все это прекрасно понимаете, но в руках НАТО она в этот раз ничего не смогла сделать. Хорошо, все же 9-5. И просто продолжают набирать свои раунды. Девятку они взяли и на Мираже, напомню вам. Также играют за защиту. Такие вот эти господа. Возможно, здесь даже улучшит результаты, будет счет поприятнее, чем то, что мы видели в рамках предыдущей карты. Ну, я уже говорил, здесь нужно забирать все. И просто действительно могут это сделать. Очень приятно смотреть. Ну, вот много раз играли, много раз неудачно. Просто для себя Инферно этот раз сулит, возможно, успех для коллектива. Тем более, что ну вот с таким Айвеном, ну что вы поделаете? Что не раунд, то а энтри с его стороны. Три авика на карте, не чересчур ли это? Фарыч говорит, не, а самое оно. Уже забирая спиди, намекает нам стопроцентно на то, что снайперская винтовка себя оправдала в определенной степени. Тем более, что у него была М-ка под рокировку. Тут ты ничем не рискуешь. Ты просто даешь фраг, отходишь назад, Свопаешься обратно на М, и ты снова опорник, у тебя снова все здорово. Ну, как бы уже втроем. Под Б планирует двигаться здесь команда Спраут, а их ждет неприятнейший сюрприз. Все же, как-никак, там еще одна снайперская винтовка, в этот раз в руках у Кензора. И этот парень тоже явно нацелен на то, чтобы кого-то срезать по пути. Ну, гранаты мешают ему. А, Кензор свопнулся тоже. Савика на М-ку. Но м ему все равно не помогла. За Б2. Свят. Свят. Зажал. Но на второго все-таки пуль не хватило. Не добил Перси. А, Иван! Ему не нужно видеть оппонента, чтобы его убивать. Да еще и в голову Деннис в шоке. Растерянно подбирает бомбу. Думает, а как так? -то? Что творится на карте? Это незаконно. Угомонись. Ну и пытается разыграть этот эпизод за 20 секунд. Спраут понимает, точнее, просто понимает, что Спраут уже никуда не уйдут. Нужно доигрывать до конца. И понятное дело, они это делают 10-5, отличный результат в итоге. Очень классно себя показывают просто и явно претендуют на то, чтобы выиграть этот матч, возможно, вообще со счетом 2-0, совершить реально первую сенсацию в статусе аутсайдера, одного из аутсайдеров группы. Выиграть десайдер матч, обыграть Спраут и попасть в плей-офф стадию. Очень интересно смотрятся здесь эти ребята. Действительно круто играют. Крайне много важных минусов. Дел Айван Фларыч по стате в топе. 15 на 9. Красавцы, в принципе, все игроки. Каждый выполняет свою роль. Спраут. Ну, вроде бы и пытаются что-то с этим поделать, но не доигрывают. Два раунда, которые они выигрывали, это была арка дна. До этого пистолетная серия. То есть, так-то Спраут не взяли толком ничего за атаку. Пятерка это хорошо, чисто в цифрах. Но, по сути-то, знаете, ну, по-моему, Спраут явно планировали брать больше. Дважды быстро пропушить, а это здорово. И тем самым два раунда себе обеспечить. Но с тех пор-то ничего уже и не получается. Двойное преимущество. Тут уже и пистолетка настолько сильно не поможет. Коэффициенты на GGB очень сильно меняются. На просто уже дают 1.25 и 3.60 на Спраут. Очень сильно изменилась ситуация. И теперь действительно именно просто выглядит в качестве фаворита этой встречи. Но расслабляться рано. Впереди еще сторона атаки, впереди тяжелая игра. Ну и, конечно, защита от Спраут, которая может себя показать с очень и очень опасной стороны. Так, ну совсем немного осталось до начала, конечно же, второй половины и до пистолетки, которая на самом деле является судьбоносной для просто так точно. Им так хочется выиграть этот пистолетный раунд. наверное, вы себе не представляете. А возможно и представляете. А возможно и не так хочется, как мне кажется. Но начинать играть со счетом 1-0, с счетом 13-5 на чужой карте, это просто космос. Но Перси слишком хорош для этого КС, чтобы вот так спокойно позволить подобному случиться. Два игрока без армора, кстати говоря. У Просто начинается активное действие на направлении Б-плента. Ну ладно, так себе активные. Они запалились там, привлекли внимание, вызвали на себя флешку и халпующего игрока. Но сами не стали действовать дальше. Так, на Сикрону пытаются вывесить Препоч. Вот и он. Ого, по голове. А Сикрон-то без армора, ему это было очень больно. Ну и пробежка. Дальше по Денису. А Денис на пистолетках обычно очень хороший. И этот раунд исключением абсолютно не стал. Два свои минуса он уже дал. Ну и пистолетка должна, по идее, уходить за спраут. Так оно и есть. 10-6. Спрауты продолжают бороться за свою карту и за право жизни в этом матче в целом. Забирая второй пистолетный раунд в этой встрече. Ого! Ну а здесь уже определенные другие параллели намечаются. Обе пистолетки за Спраут в этом противостоянии на Инферно. А вот, если вы помните, на Мираже, и я надеюсь, я ничего не путаю, конечно же, просто в свою очередь взяли оба пистолетных раунда. Ну, посмотрим, посмотрим, конечно. С такими темпами. Что будет твориться дальше у нас с вами. Так, НАТО. Ну, останавливает, по идее, их на длину. Хотя нет, так себе останавливает. Тут еще М-ку пытаются захватить. Но вот Кинзора она в руках. Ты ее дропнул фарочу, что ли, в этом моменте. Ну, вот так вот Кинзор и пожил у нас в этом эпизоде. Бомбу не дали поставить. Ну, вот Хотелось разыграть хотя бы на бомбу. Команде просто сделать это не позволили, лишились одной эмки, которую, конечно же, сразу же подняли. И по итогу это минус фрамган для спраул 10-7. Ну, увидим, конечно. Пока. Начало весьма тяжелое. Вот здесь вот. Просто пистолетные серии, они, понятное дело, что не загоняют себя в абсолютно какую-то плачевную, нереальную ситуацию, но напрягают так точно. Где-то немного искушают судьбу на возможность оппонента камбэкнуться на вас. Это да. Ну, счет 10-8 уже, судя по всему, не избежать. Экономически на Инферно выигрывать, но это нужно быть просто мастером Counter-Strike. Именно фул экономический за атаку. Это прям за гранью реальности находится. Так что тут, ну, просто максимум на бомбу рассчитывать. Да и та маловероятно, что достанется им. Установленная, конечно же. Ну, пока смотрим. Просто не торопится отдавать этот раунд в руки соперника. Еще ищут возможность дать какой-нибудь минус. Ну и сами ребята из справа тоже не хотят лишний раз искушать судьбу. Так. Перси уже заметил движуху на коврах, но там выбили бомбу. Все. На этом раунд, в общем-то, и закончился, хоть еще было три игрока атаки в живых. Ясно, что ничем хорошим тут уже ничто не закончится для просто деф. Но также выбегание за смерть с его стороны. 10-8, дорогие друзья. И именно на этом моменте мы с вами подходим к девайсному раунду от команды Просто. Со снайперской, снайперской винтовкой в руках у Айвана, что лично меня уже очень радует. Ну и с желанием Спраут поквитаться. Первую половину они явно хотели играть лучше. Итого, Авик, 4 каваша, 3 дыма, 3 флешки, 3 молотовых. Ну, не самая прочная раскидка в распоряжении просто а тут спиди, который Аркадий, он как будто не подозревает возможности такого врыва. О, кстати, о врывах. Это Сэкрон, который летит, решил через дым полететь. О, мистайминг для Ивана. Ну куда же так? Как же это произошло только что? Ну вот этот размен выглядит абсолютно катастрофически неприятным. Ну это совсем провально вышло. То есть он ждал этой аркады, он подозревал, что что-то такое может быть. Действительно, долгое время смотрел. А в итоге в ключевой момент, как это, в общем-то, всегда и бывает, наверное, проворонил и отдался в руки Спиди. Теперь тот отошел назад. И хоть и на бумаге паритет по живой силе это неплохо, для стороны атаки. Даже хорошо. Бит деф намекает на то, что не настолько эта ситуация очевидная. Ой, двое на больших песках против рыва на ковры. Но это отличная позиционка, которую выбрали здесь для себя Спраут. Которая, в принципе, должна, по идее, приводить результат. Деф прострелом сначала Перси забрал. Ну и теперь Фарч 1 2 играет. Про одного знает. Только что даже заметил. Спиди. Там да, мод еще и который отгоняет. Ну и Фарч понимает, что где-то его постепенно будут пытаться загонять. Под перекрестный огонь позиции, и вряд ли по одному на него будут справа выходить. Фарч постепенно смещается на длину. Но это должно читаться, и по идее под него спиди перестроится, а НАТО будет просто в пункте контролит. Возможный выход. Ну или нет. НАТО из-за угла будет смотреть как раз-таки на Фарыча, да. Что, в общем-то, и было. И выигрывать раунд для своей команды. 10-9. А вот вам уже и заявочка вот спраут. Хотите временную ничью? Ну, хотите или нет, но она уже практически неизбежна. Денег просто особо-то и нет в этом моменте. Им придется очередной раунд сливать. Ну, первый девайс. Ну, вот не знаю, вы нашли энтрифраг, причем абсолютно нелепо. Как-то погиб секрон, просто пропрыгнув через дым, надеясь застать врасплох, А потом Васайван не дождался тайминга выпада со стороны Спиди и побежал к тиммейтам, пока те его не прикрывали. Понятное дело, что бывает и такое, но неприятно, что в столь ответственном раунде это произошло. Так, ну теперь навели шорох в под подб, пытались тянуть хелпу. Хелпа на самом деле не сильно стянулась. НАТО. Ох, отпускают все-таки НАТО Сафикса. Здесь да, снайпер отходит немного назад, а вот немецкий стрелок ничего сделать с этим и не смог. НАТО. Но этот авик опасен, выглядел на глазах, но нет, нет и еще раз нет. Кинзор, выпад, выпад с чем Перси заметили на песках, но его пытаются загонять с двух сторон. На ЦЗшке уже идет добивать Кинзор. На песках, где же ты, Перси, думает он, но не находит его вовремя. А потом, когда уже нашел, то было слишком поздно. Фарич Солянова и его забирают. Ну, очень перспективно выглядел этот раунд в один момент. Казалось, ну, уже просто не отпустят, уже все слишком хорошо для них. Не тут-то было. Очень долго жил Перси, и именно это стало ключевым моментом. Опять-таки, вот, Перси, с его возможностью так долго крутиться на точке, выживать, справляться, уже, по сути, все и решил. Крайне долго он спасался, мы тиммейты уже успели подойти. А они все еще загоняли парни на песках, который умудрялся мансить, давать какие-то минусы, отходить немного назад. Эх, ну вот добили бы его, был бы, скорее всего, абсолютно другой раунд. Была плюс позиция очень важная для команды атаки. Возможность дефать бомбу намного комфортнее. Ну, произошло, как произошло. Опять же, это был раунд с упором на экономику. И там, по сути, изначально казалось, что он должен быть просто сливным. Теперь вот в оружейном вот так терять свято. Это, на самом деле, куда хуже. Вот сходу такой интрифраг по команде просто. А здесь еще и врык, ну, через дым под флеш. Ну что ж, происходит это а просто. Что, неужели над защитой успели поработать, а вот до атаки учебник еще не долистали? Непонятно. Но и этот раунд особо ничего хорошего уже украинскому коллективу не сулит. Напомню, что если понадобится третьей решающей картой выступить Нюк. Но Нюк это совсем русская рулетка в мире Counter-Strike. Временами бывает, особенно на команд, среди команд не первая эшелона. Я думаю, вы неоднократно видели эти матчи невероятные. Так что, ну, просто, наверное, не хочется, крайне не хочется доводить до этого. Тем более, когда так классно начали. То есть у вас отличная защита, она классно сработала. Вы молодцы в этом моменте. Но дожать-то все еще нужно. Самые шесть за атаку пока еще и близко не были взяты командой просто. он. Но он не подозревает о позицию и первого, и второго игрока. Скрона. В принципе, трудно предсказуемая позиция, в случае чего там и Денис прикрывал на б 2 находясь минус по авику, Дает вторую снайперскую винтовку в руки Денису, который тут не стесняется подобрать и сразу же попытаться реализовать. Но с реализацией было посложнее Кинзор. Стрельба этого товарища, конечно, неоднократно нас с вами уже радовала. Если бы еще хаешки второго убил, было бы вообще красиво. Ну а так, 10 секунд пора что-то делать. Либо погибать, либо... Ну тут вообще, либо погибать, либо погибать, на самом деле, для Кинзора. Ну, так и вышло. Хотя еще один минус он все-таки успел оформить. И тем самым выбить второй авик из рук команды Спраут. Ну, на таком тайминге просто сейвить особого смысла не было. Плюс его шли убивать с двух сторон. Так что это было бы тяжеловато. Так, лайф коэффициент от GGB на победителя в матче. 1.8 на простом и 1.92 на Спраут. Кефчик постоянно меняются у нас с вами на то, кто все-таки выиграет эту встречу. Тем более После серии уже из шести получается раундов команды Спраут, Транбуст, правда некого щелкать на то на старте раунда, возможно чуть позже найдется соперник, вполне реально на самом деле. Нет, не торопится открываться под вражеские АВП. Ну что, просто уже проиграли такую серию, что действительно можно себе позволить закупки регулярные на постоянной основе. Особенно если будет бомба установленная. Но не в закупках счастье. Счастье в том, чтобы вам не приходилось закупаться, так как у вас девайсы остаются на руках. А это все пока, конечно, выглядит немного опасно. Спраут вроде бы только вышли вперед, но вот серия шести раундов настораживает. И постепенно Спраут из уже такого серьезного аутсайдера, как нам с вами казалось, на этой карте может выбиться еще в статус фаворита. Ну, пока остается только гадать. Пока вот мы не видели ни одного хорошего раунда за атаку. Вот просто как бы мусолить эту тему особого смысла и нет. Гранаты какие-никакие все-таки есть. Есть чем бороться. И нет понимания о том, что Денис находился на этом бордюре. Увы. Так, ну снова, вот просто э, пытаются очень быстро э, действовать, когда у них что-то не получается под одной точкой, перемещаются на вторую. Но здесь Нату Сафикс никуда не девался, миди. Вот подобно тому, как Иван в один раз ворвался, так через э, сквозь дым, через Библу, здесь решил сделать подобный мув. И это тоже принесло свой успех. Осталось только Фарач. Фарач решает сейвить. Что будет делать тиммейт, я, честно говоря, пока не знаю. Но это уже 12-10. И вот она защита от Спраута. Ну, о чем и речь. расслабляться было рано, а когда мы увидели 10-5. Я об этом говорил вскользь, что на смене сторон все может очень сильно поменяться. Ну, вот как так получается, что по сути был опыт игры против команды Спраут все за ту же сторону защиты. И, видимо, она была хорошо разобрана. С помощью тренера где-то сориентировались, что делать дальше. Обсудили и так далее. Работали над ошибками. А вот э, опыта игры за атаку против этого соперника у них -то толком и не было за последнее время, по крайней мере. И тут приходится методом пробы и ошибок все это разыгрывать. И пока, ну мы видим и пробы и ошибки, а вот э, каких-то э, результатов, плодов, тех самых мулов с их стороны мы пока еще и не встречали. Тем временем уже почти 8000 у Денниса на руках у тиммейтов тоже все очень хорошо. Ну и просто теперь нужно вообще думать за серии раундов, которые они будут забирать. Одного раунда здесь однозначно не хватит. Плюсы свою экономику заруинят и деньги соперника никуда не денутся. 55 секунд на таймере. Снова смещается бомба в направлении Аплента. Фларыч остается здесь с единственным калашом. На секундочку на всю команду, а тиммейты будут играть чисто от пистолетов. Вот этот мув выглядит немного странным, на самом деле. Там все с арморами, и даже если бы Фарыч с погиб, всегда можно было бы передать в руки. А, не сплитовать под ним планируют. Вот в чем план-то состоялся здесь. Навик уже заметил, по крайней мере, одного пробегающего. А здесь есть и еще. Сейчас это понимают уже игроки справа. Слышат, ну, церковь по-любому должны контролить. Первого... Ой-ой-ой. Второго не ждали. Первого заметили, но со вторым ничего сделать не удалось. Фароч хоть и на точке, но бомба лежит в церкви. Кензор заметил спину. Но толку от этого никакого нет, погибает Фароч. Минус от Кензор. Ну, была инфа про двоих игроков. Но вот это вот прыжки с ножом в руках, это для меня абсолютно непонятно. Если это только не желание побыстрее погибнуть, так как времени было мало. Ну, такой себе раунд. 13-10. Там был один калаш, здесь уже Браун помощнее. Мак-10 в руке одного из игроков атаки. Это, скорее всего, Буффароч, который сейвил. Ох, сколько там уже раундов, господи. Страшно смотреть на эти цифры. 8 подряд. Забирают уже Спраут. Хотят забрать еще и 9 туда же однозначно. Ну, гранат много. Узишка не такая серьезная проблема. У вас есть авик, потребность потребности Дэнис, да, но стреляет на все стороны, нужно как-то его убивать. Знать про Сикрона? Это вскрытый бэпоинт, который нужно раскручивать до конца. Понимаешь, что максимум кто-то может находиться на тройке спиди. Пытается под флешку контр-врыв, забирает дым одного из оппонентов, прокидывает еще один. А это даже не смог. это зажигательная граната, отходит назад. И при этом на центре потеряли Кензора. Поработал, постарался Перси. Теперь Спиди уже на гробах. Забирает еще одно. Посмотрите, как мувится Спиди. Он не оставляет ни малейшего шанса вообще звену просто понять, что творится на б Их убивают с одного направления и сразу после этого смещаются на другое спиди и находят свои минусы там. Ну, Свят. На самом деле очень такой классный трикс только что разыграл. Ну, как для не мейна ВП и даже не второй снайперской винтовки в команде. Подобный пик это действительно круто. Ну и один на один против Перси, который не до конца понимает позицию святой, и тут ему остается только угадывать. Сейчас, как мы видим с вами, в общем-то, и не угадал. Очевидное и невероятное. Но время смещения очень неприятное, и свят. Хотя, может, наоборот, очень приятно. Посмотрите на тайминги. Ой-ой-ой, ой ой Тут есть шанс просто вот убить на Библии, если заметят, на слишком поздно, и сам на бордюр залез. Вот тут тайминги были что одного, что для другого. Где-то вот на грани провала. Чуть раньше бы вылез а Перс, наверное, бы погиб он. И Свят бы Савика законтролил. Ну, а сценарист, тем, как Свят запрыгнул на бордюр и уже хотел идти вниз, вы видели сами. 14-10. 9 подряд забрали Спраут за свою сторону защиты. Ну и все меньше шансов просто вернуться на второй половине на эту карту. Вот на Инферно. Вот вам ответ, почему... Меньше 31% винрейта у этой команды. Атака не летит ну, совсем прям. Ну и очередная попытка. С такой серией ясно, что уже там о деньгах особо не думают. Мы даже бомбу особо не видим. Просто не добегают до плантов, их выносят на стадии выхода. Опорники. Парни, которые стянулись на холпу, чисто на рокировках хороших, грамотных. Уже Спраут решают все вопросы в этих раундах. Просто накинули флешку дым, получили в ответ две зажигатели, гранаты дым и еще одну флешку. Спраут банально не отдают свои позиции. Они уже в четвером пода. Просто пора бы призадуматься о смене вектора атаки. Но они этого не делают. Три ковры. Там Перси. У которого еще и дым продлевается. О, вот это тайминги. Тут уже подловили. Пытаются подловить еще, но Деннис по-прежнему находится на, гра... на -ярде. И как же у него удается стреляться вместе со Спиди. Четыре фрага на двоих уже оформили. И вот снова вроде бы идут выходить, а опорники просто принимают. Но ничего не удается сделать с позиционкой оппонента. Как-то ее расконтролить. Ну, сдается мне, экспресс на карту Нюк отправляется через две минуты, дорогие друзья. Просьба провожающих выйти из вагонов. Тут уже 16 тысяч перси того же, например. И ноль раундов за атаку от просто. Ну, как бы, по-моему, тут уже все становится абсолютно ясно. Довольно собой Спраут. Просто, вот, как видите, здесь и 15 раундов за первую половину могло бы и не хватить, возможно. Жесть, конечно. 5 калашей. Ну, тоже вот дикой флешка. Вы играете Инферно. Инферно — это карта, в которой, в принципе, не так много агрессивных раундов. карта, в которой, ну, принято разводить на перетяжке, байтить постоянно внимание а вы покупаете на всю команду флешку и дикой. Дикой это, конечно, царская граната, но не настолько. Ну, я веду к тому, что всегда можно было одного-двоих парней поставить с МАК-десятыми и дать им полный пул раскидки. Чем вот этого вот жесть нам демонстрировать с надеждой на то, что просто перестреляют. Но здесь Спиди, который как бы уже забрал парня, который планировал выходить на зелень. Перси, ну, кстати, не знаю, тут справится или нет. У него один парень прямо за полоской, другой над ним. Но маму все еще несут. Перси пойдет вычислять, скорее всего. Ну, Дев пока не торопится. Так, ну, Перси только чекает дальние позиции. Вот и первый минус. Второго не допроверяет. Дев даст размен однозначно. Так, но спиди забрать все же не удается. Вот она стрельба. Немцы, которая не оставляет вообще никаких возможностей зацепиться конкретно за тот хедзап игроку атаки Дев. Тачдаун. Первый с долгое время мы видим. Спиди только что прощелкал, проморгал буквально. Но теперь позиция Фарча известна. Гранат, в принципе, есть. Еще один дым. Первый. Второй, третий, нет, было все-таки третьего, 6 хп, одной пули не хватило Фарчу для того, чтобы выиграть этот раунд и взять первый за атаку и, возможно, подарить надежду нам с вами в то, что просто смогут все-таки забрать Инферно, но не тут-то было. 16-10, кстати говоря, зеркальный счет, насколько я помню. И э, все-таки карте нюк быть. Было три полноценное, должно было состояться. И, в общем-то, такой прогноз я вам вначале и вкидывал, что. Так или иначе, просто даже если выигрывают Мираж, должны готовиться к полноценному БЛ3. Разница в том, что 10-5 в первой половине как-то вселил на нас веру в том, что действительно глядишь и смогут перевернуть, смогут доиграть до такой стадии, чтобы просто выиграли 2-0. Но не тут-то была дорога, обещает быть сложной и долгой. Впереди еще одна карта Нюк, и именно там мы определим последнего участника пуя в стадии от группы С. Так что уйдем на небольшой перерыв, вы же не расходитесь, ведь совсем скоро решится судьба группы. Делай ставки на GGbet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGbet. Лучшие ставки на киберспорт.